Всем здорово, с вами Батя, а у нас третий эпизод сейчас будем проходить про девчушек, лохушек, дурнушек, сумасшедших, сжигающих леса, нахрен пол Калифорнии, а нет, это даже не в Калифорнии, это где-то, короче, где Гейб Ньюилл находится, это штат Орегон, по-моему. Эпизод третий, отпуск, все демоны здесь, это из Шекспира, которого успешно засрали и обосрали постмодернисты и либералы. Второго эпизода этой игры. Ну что, видите, немного странно, но да, новогоднее настроение, типа хоть какое-то, кому-то может подниму, не себе, я в принципе не отмечаю государственные праздники, но как бы все для вас, ну и празднику, кто может ему радоваться, кто еще в том возрасте или, так сказать, кондиции души, состояния, те радуйтесь, вот все. Вот вам. А это очередной, как бы, так сказать, повод напомнить об этом празднике. Хотя, да, я этим не страдаю, но кто как. Кто как хочет, тот так и выбирает себе. Текс, ребятушки, смотрите, что у нас тут. Я не знаю, правильно там мне все. Я отходил, пока там 1000 лет грузилось. И так почему-то сейвов нет, но главные основные выборы один фиг. У нас этот, ты справишься с тобой. Что это? Это что, Telltale или как понять-то? Это же безальтернативные выборы. Это что? Дверь уже в 18-й год, что ли? Я с тобой, ты справишься. А я хер его знает. Но я с тобой, это факт. Я с тобой. Хорошо. Это напоминает мне такой фильм, который я не смотрел, но который я знаю от своего другана. Вот, Мальхольм Драйв, потому что тут тоже какие-то тупые лесбиянки. Так, что? Что это? Что это? Мы снимаем сериал? Ой, она сейчас увидит. Мы это помним, это можно сказать вместо предыдущей серии, но оно тут все равно будет. Да, ох уж это женская дружба, так сердечно и так искренне. Да что это? Ну что за постмодерн? Не, это не постмодерн. Что это? Со мной в школе училась одна девушка, которую все обожали. Это что происходит? Учителя, друзья. Сара была всеобщей любимицей. Все парни хотели с ней встречаться. Это этот конченый. Это прокурорский. Бэмс. Я едва мог поверить, что она выбрала меня. Иногда я думаю, что это и не давало мне так долго увидеть правду. Кружный прокурор, сука. Это никакие не выборы, это этот, их предыстория. Что это? Взглянуть? Она была такой красивой. Ты вся в нее? Что происходит? Она была полна энергии, проявляла такой живой интерес ко всему. Ко всему, проявлять интерес ко всему, значит ни к чему. И еще тогда я понял, что меня и было мало. Эй, ну чё, не пизди давай тут. Это я про... тормоза. Пока другие встречали... стремились к колледже, семье, карьере. Сэре не было до этого дела. Да, какая она охуеть особенная. Допустим. Она мечтала сбежать. Что так тихо, наверное, из-за шапки. Взглянуть. Я видел только то, что хотел видеть, пока не стало слишком больно. Поздно. Бастард! Сэр родил бастарда. Что это, повар он стал? Добрый курорт. Я думал, беременность сэра решит все проблемы. Так и вышло. Но ненадолго. Он хотел привязать ее. Обычно привязывают бабы беременностью, а тут наоборот. Все не как у людов, это вообще... Твое рождение стало величайшим событием моей жизни. Мы испытывали такую любовь к тебе. Какую? Очень большую, он говорит. Но я все еще остался ослеп. Взглянуть. Такое чувство, что это все происходит не со мной. А, прокурор рассказывает после ужина, это я понял. Что мне произошло, я с тобой, Рэйчел. Это в такой форме нам пытаются передать. Как бы сильно она тебя не любила, это оказалось недостаточно. Сэра всегда искала. Побега пути. Сэра наркоманка, чего? Пиздец, я не понимаю.
Я пытался помочь ей больше года. Я заставлял себя верить, что она все еще хороший человек. Она нарколога. Априори, это не хороший человек. Фу, блядь. И что бы ни случилось, она никогда не сделает ничего, что причинит тебе вред. Да она продаст тебя цыганам за дозу. Вы че, блядь? Моралисты херовы. Фу, блядь. Новогодняя игра, ёпта. Не, так ты вдумайся, тут что, пропагандируешь наркотический образ жизни, что быть Фрэнком и вот такой пиздой нормально? Я ошибся. В конце концов, я увидел ее настоящее лицо. Она уничтожает все на своем пути. Никто. Тебе надо было нахер ее приговорить, вон ее дорога там уже пошла, начиная с вывернутого локтя. Никто и ничто не могло ее насытить. Это отвратительно, честно признаться. Даже любовь к ее собственной дочери. Я был в отчаянии, не знал, что делать. Потом сделал выбор, я бы никогда не позволил ей. I made a choice. Снова причинить тебе вред. Again. Соединение. А, воссоединение. Она исправилась? Вот, чувак, не ври. А, ну хотя ты не знаешь, но вообще-то она у Фрэнка покупает все, как обычно. Рэйчел, то, что видела в обзорном парке, это мы правда поцеловались. Рэйчел. Какой жалостливый прокурор. И это был самый грустный поцелуй в моей жизни. Прощальный поцелуй, потому что она задыхает от рака дороги. Я сказал ей, что так рад, что она привела свою жизнь в порядок. Да? Но она просто не может взять так и решить стать твоей матерью. Не после того, что... Что натворила. Не после той боли, что причиняла окружающим, тех жизней, что сломала. Ой. Я сказал ей, что была дарована величайшая возможность, шанс быть твоей матерью. И она... Упустила ее. Фу, хорошо, что мы не переиграли. Мне было так больно ее ранить, но ради твоей безопасности я повторил это снова. И снова. И снова. Сохранить тебя в безопасности. Где это? Где? А если бы я не знал английского, я бы не понял. Субтитров дальше не было. Потому что был только черный экран. Ну что? Да, это я так и думал, он рассказывает. Все, пошли отсюда нахрен. Ты же сбежать хотел. Хочешь сказать, что когда ты увиделся, ты поговорил с ней впервые за 15 лет? Нет. Я же месячно отправляю ей деньги. Это дань монголам, что ли, или что? Наша договоренность. Да, ну ты и тряпка, пиздец. Надо поменьше материться, к слову говоря. Но трудно. А теперь и она хочет снова меня увидеть. Да. Ну, Рэйчел, это невозможно. Кто сказал, что решать вам? Слишком нагло. Нет, бесит и так Хлоя, так что почему нет? Будь паинькой, Рэйчел. Почему нет, если Рэйчел этого хочет? Ой, Хлоя, будь паинькой. Наркомания — это болезнь, она затрагивает всех. Не только самого зависимого. Я не позволю тебе снова пострадать от ее порока. Вот тут ты прав. Ну, бля, я, наконец ты мудрые вещи говоришь. Даже если так, Рэйчел все равно может с ней встретиться. Может, тот факт, что она хочет со мной увидеться, означает, что она излечилась? Может и так. Но подумай о том, что целых 15 лет она предпочитала тебе деньги. Вот, да, подумай об этом. Рэйчел. Думаю, мне нужно прилечь. Она еще в обморок грохнется. Говорю тебе, канон... Или все-таки на лестнице. Или дом сгорит от ее порывов, или что. Там что, фотография сисик на этом? Или это были колени? А вон, ну-ка. Это два каких-то яблока, или полушария, или что. Ну вот сейчас точно фигура какой-то тёлки. О, беседа. А, че это кто-то, Дана? А, Рэйчел. Хлоя, вы где, ребят? Мы на бурной... Актерской вечеринке.
Да хватит, ну чат этот сраный. Да блин, ублюдки, ну перестаньте. Медленнее пишут, чем часто на смартфонах, кстати, в Life is Strange 13 год, который изображает. Сука, какие же вы конченые вообще, вы мрази. Ну-ка давай. Ярыч уже 8 раз написала. Эй, не думаю, что мы приедем. Хлоя, ты должна прийти, смайлики, смайлики. Да, Хлоя, ты была великолепна, детка. Эй, Хлоя, справилась сегодня отлично. Спасибо, не смогу. Это же было невероятно. Признаюсь даже, что мистер Китон был слегка расстроен, когда я пришла. Серьезно, просто приходи, тащи Рэйчел. Сорян, ребят. И ради этого стоило-то их ждать. Система оповещений какая-то, оллап. Так, что мы еще не прочитали? Итак, мы не прочитали про Сэру. Это последний персонаж, который тут открывается. Что можно сказать о женщине, которая таинственна настолько, что родная дочь, может, только сейчас узнала о существовании? Со слов Джеймса, Сэра наркоманка, которая путалась в какое-то дичайшее дерьмище. И наркотики она употребляла те, от которых ловят передоз и подыхают в подворотне, а не те, которые дуют, а потом смотрят анимехи. Анимехи, серьезно? Пока Рэйчел была еще ребенком, Сэра обдолбалась, когда уже была за ней должна была присматривать. Все накрылось такой пиздой, что Джеймсу пришлось забрать Рэйчел. Забавно, что даже говоря об ужасных поступках Сэры, Джеймс все равно казался, не знаю, зацикленным, наверное. Прекрасно чувствовалось, какую она имеет над ним власть. А когда он рассказывал о том, как все любили Сэру, как она притягивала к себе людей, я не могла не думать о Рэйчел. Интересно, Джеймс тоже замечает? Может, поэтому он ее так боится? В любом случае, Сэра сейчас в Аркадии Бэй ищет встречи с Рэйчел. Годами Джеймс платил ей за то, чтобы она держалась подальше. А теперь она внезапно захотела построить с дочерью отношения. Джеймс подыхает, наверное. Что я могу сказать о дерьме? Эти люди полны дерьма. Вот так я могу сказать. Джеймс настроен скептически, а Рэйчел... Даже представить не могу, что происходит с Рэйчел. Да вот хуй поймешь, что с ней происходит. Мы все прочитали, я надеюсь. Да, есть, это я помню. Чуть позже начнем читать. Давай тогда посмотрим пока геймплей охота. Сложно спорить с тем, что жизнь Рэйчел с Сэрой вряд ли была бы лучше нынешней. Но значит ли это, что Джеймс правильно поступил? Ну вообще-то нет, не значит. На самом деле он должен был нахер ее как бы даже и не сдать, а собственноручно ее нахрен упрятать, потому что, ну, ребята, в наркомании, ну, это уж... Это неуважаемо. Это деструктивно. Эй! Чё за... Она оптимизирована так плохо, видимо, что нормально играет. Даже представить не могу, что она сейчас чувствует. Надо помыть посуду. Не могу собраться помыть посуду. Блядь. Надо помыть посуду сейчас. Срочно. Возле меня крутится какая-то тёлка, которую я первый раз вижу. Муж отдает пол зарплаты, чтобы его бывшая не приходила. Что за пиздец? Вот так она, наверное, и думает. Эй, миссис Эмбер. Думаю, после всего случившегося ты можешь звать меня просто Роуз. Почему? Okay. Хорошо. Роуз. Типа мы много знаем совместного. Ну, это конструктивнее будет. Вам чем-нибудь помочь? Очень мило, с твоей стороны. Можешь принести мне метлу? Она в проходе слева от холодильника. А, это не ты ли та баба, которая нагнала на Уильяма Шекспира? Не могу оставить Рэйчел разбираться с этим одну. Метлу давай, таскай, ага. Чё за? Ага, рисунок cool, круг. Рэйчел правда собиралась его выкинуть? Ну там огонь, представляешь? Огонь со смайликом. Ну-ка давай заберем. Поприкалываемся. Может это ее подбодрит? Миссис Эмбер? Можно взять это? Чё это такое вообще? О, oh, sure, конечно, хуй, Рэйчел все равно собиралась его дать. Спасибо. Может она и не по размеру. Девки определяют на глаз прямо размер одежды. Не такие, как Хлоя. Да что ты проглючиваешь-то? Почему? Она плохо оптимизирована. Это я вам точно говорю, друзья мои. Потому что... Может, это
взлом или ничего, но просто другие игры-то нормально. О, блин, картошечка жареная, хорошо. Метлу давай, бери. Ткни ее немного, легонько так. Here you go. Thank you. Спасибо. I'm really Я действительно quite рада, glad что ты здесь. Here. Почему? Thanks. Спасибо, конечно, но... Почему? У Рэйчел сейчас трудные времена. Хорошо, что она может поговорить с тобой. Как у тебя дела, Хлоя? Ух ты, вы признали мне вне человека. Как у меня дела? Ваше поколение любит говорить о неловких вещах. Должно быть, данная ситуация весьма неловка. Слушай, ты случайно не с планеты, с одной, со Споком, нет? Так, лучше, чем у Рэйчел, да уж чрезвычайно. Ну давай, вот это я не пойму, только что, как понять, чрезвычайно. Мои дела не очень. Пару часов назад мы с Рэйчел, вероятно, были счастливы, а сейчас... Возможно, ты сумеешь понять, почему Джеймс сумел сохранить все в тайне. В прошлом Рэйчел много чего полезного было, включая то, что я сама сыграла роль в сокрытии правды. Я даже не знал, что она все знает, кстати. Ха-ха, разрисовали его. Джеймс, конечно, во всем виноват Джеймс. Если он в чем-то виноват, только в том, что он очень либерально настроен, только в том, что он должен был поступить как мужчина, и вообще изолировать нахрен эту нарколыгу. Вот. Вот что он должен был сделать. А не платить деньги. Ты бы еще, я не знаю, бляха-муха, спонсировал ИГИЛ, чтобы они тебя не трогали. Запрещено в Российской Федерации. А и все равно уже нету, тем более. Так, Сэра выбирала деньги. Вот что. Сэра не должна была выбирать деньги. С места выбора с дочерью встреч. Знаешь, я за это невероятно признателен. Ну, с твоей позиции это понятно. Ёб твою мать, психологом можно стать. Это дало возможность Рэйчел стать матерью до встречи с ней. Не... Мне, да. Я не знал, что можно. Она бесплодна. Так сильно кого-то любить. Все, все мне ясно. Но эта правда, которую вы скрывали столько лет, ранила Рэйчел сильнее всего. Она думала, что ты же её мать, представляешь? Я недовольна Джеймсом из-за того, что из-за него все вышло именно так. Вы всего лишь недовольны Джеймсом? Как насчет того, что он сделал в обзорном парке? Может, тебе будет трудно понять, но после 30 лет вместе произошедшее не кажется. 13. Фу. Угрозой нашему браку не является. Вы правы. Мне трудно понять. Не беспокойся обо мне. Я о Джеймсе. Рэйчел сейчас нуждается в тебе куда больше. А вот что было в прошлом, нам не показали в прошлом эпизоде. Как вы думаете, Сэра опасна? Я никогда с ней не встречалась, потому что не знаю, склонна она доверять мнению мужа. А, но склонна. Она про себя. Всю жизнь он заботится о безопасности разных людей. Рэйчел повезло иметь такого отца. Ой, да, конечно, сраный бесхребетный формалист из окружной прокурор как-то там под кабинетными столами, видимо, долез. Как обычно, оно у них там... Не у них за океаном, а у них там прокуратура. Вот, ладно, ну, вы сами все поняли, я не буду раскрывать все. А что, они разбили стол, что ли, в прошлой этой? Я вообще этого не помню. Черт побери! Рэйчел конкретно так стол разбил. Ебанутый подросток. Картина на стене. Думаю, есть вещи похуже, чем расти среди такого причудливого барахла. Сука, да, это отвратительно. Сраный модерн. Вообще отвратительно безвкусный какой-то. Ну, не квартира, а дом. Ну, убранство просто омерзительное, честно говоря. Тут все налеплено не в попад. Я же не могу понять, что это за стиль. Это стиль крутить пальцы, скорее всего, только неумело. Книжный полк. Набор книг, подходящий Джеймсу и Роуз. Не могу представить книги Сэры на их месте. Легальный дигест. Что-то там еще. Божественная комедия Данте. Диккенсовый
какой-то этот дом бликов и метаморфозы Овидия. А, холодный дом и грузовой перевал. Без авторства, видимо. Ну, понятно. А тут-то что у нас? Я не помню. Да, это что такое-то? Ну, скрывал он, скрывал, да. Как очистить, да-да-да. Он тупой, видимо, раз это не очистил. Надеюсь, сегодняшний вечер не испортил воспоминания Рэйчел о таких семейных поездках. Ладно, хер, давай говорить с тобой. А, надо посмотреть. Интересно, о чем сейчас думает Джеймс? Не знаю, заиметь способность читать мысли. Должно быть, вам сейчас тоже тяжело, мистер Эмбер. This must be hard for you too, Mr. Amber. Ну, само собой, тяжело. Могло быть и хуже. Мой самый большой страх, что Рэйчел будет искать встречи с Сэрой. Я всегда этого боялся. Поэтому вы ничего и не говорили. Бинго? Бонго, бинго. Ты понятия не имеешь, сколько боли причинила Сэру. Зависимость вынуждала ее делать. И она явно воровала ужасные вещи. Я не хочу, чтобы Рэйчел проходила через подобное. Его мотив хотя бы кристально чист. А вот мамка у нее мутная, это Сэра, я имею в виду. Второй вопрос, просто тупость. Ну, первый он тоже это... Конечно, и решать в 13... А, ну хотя... 13 или сколько лет, она уже... Все равно тупая. А какая разница? Большинство людей в старости тупые, так что... Наверное, Рэйчел... Ну, что, придется тогда вот это уже... Ну, разве не Рэйчел должна решать? Нет, блядь, это ее отец будет решать. Какой бы он дурак ни был. Рэйчел пытливая и решительно, она всегда хочет знать больше. Могу в это поверить. Собственная безопасность будет ей безразлична, как и всегда. Вы думаете, Сэра может быть связана со здешними наркоторговцами? Не удивлюсь, если так и есть. В этом вся она. Сука, ты чего врешь, ты загоняешь, сраная хуйня. Ой, я думаю, сейчас Рэйчел доверяет тебе больше, чем как бы то ни было. Сейчас вы просите меня повлиять на Рэйчел, чтобы она делала то, что вы хотите, манипулировать, она сказала. Сейчас я прошу тебя поступить так, как велит твоя совесть, но, пожалуйста, поставь безопасность моей дочери на первое место. А свою безопасность? Да, я вот тут ладно. Это я буду делать всегда. Она так юна, и ты тоже. Но я знаю о твоей утрате. Пожалуйста, защити ее от этого. Ты что, кони двигать собрался, что ли? Сделаю все, что смогу. Знаете ли, я тоже о ней забочусь. Я знаю. Спасибо тебе. Херо знает. Да уж, бред бредом. Все это, все плясали вокруг Хлои в оригинальной игре. Сейчас все пляшут вокруг. Что прогрузками-то, ну ёп. Ёп, Макарёк. Не надо музыки, не надо. Что ты будешь делать? Square Enix, я уже думал, не дождусь. Я так счастлив, и, конечно, баба на велосипеде, само собой. Давай путешествовать. Актерские маски. Deck Nine. Чё за модель вселенной нахрен? Птолемеевская Рэйчел. Life is Strange Before the Storm. Эпизод 3. Отпуст. Депрессия, бедняжечка. Нужно как-то показать Рэйчел, что я... Спляши мазурку. Пробковая доска. Ну да, из материала, из пробки. У Рэйчел так много вдохновений, что она еле успевает их собирать. Нет ничего невозможного, даже само слово говорит за себя. Я возможно. Одри Хепберн. Всегда начинай сегодня. Мэри Уолстонкрафт. Будем думать о немыслимом и совершать невыполнимое. Подготовимся к схватке с невероятным. И посмотрим, удастся ли нам его победить. Дуглас Адамс. Хорошо, что пришлось. А мне оставить этот мрачный мир позади.
на поиски вашей справедливой утопии, которую, возможно, мне никогда не найти. Генри Кэмпбелл. Поцелуй меня, Катя, на променаде. Однажды на собрании в Парадизо. Стеклянный зверенец в театре Убера. Это все отдельно. Кэхрин. На самом деле, это один из многих, одна из многих глупостей современной культуры. Это как раз вот эти сраные мотивации, которые на каждом шагу. Все это с америкосов. Достаточно пустой формы. Добейся всего. Чтобы это уже вставляли там все на стенах у себя и так далее. Между тем, и крутецкий Ян Рэйчел Эмбер. Достаточно, короче, да, вот этой вот красивой форме, чтобы все думали, что там охренеть, какая глубина мысли скрытая, какая мудрость. Ну там ноль информации, там просто сказано. Делай, и все будет охеренно. Что это за мотивация такая? Прежде всего, помни, что тебя любят. Прежде всего, будь вооружен, Макиавелли. Вот это уже да. Вот тут есть смысл. У Макиавелли херни не скажет. Но тихо. Что ты будешь делать? Астрологическая карта. Ну, Ланс Лампович. Рэйчел знает, как делать крутую даже фиговенькую лампу. Как положить на нее какую-то тряпку? Охеренно. Рэйчел окружает так много любви, но она все равно кажется такой одинокой. Нашей прекрасной дочери в ее день дебюта ни пуха, ни пера, мы тебя любим, мама и папа. Ха! Не мама. По крайней мере, в биологической плоскости нет. Логично, что Рэйчел нужны два знака для ее обалденности. Теперь буду называть ее Левораком. Да уж, надеюсь, этого не всерьез. Что тут написано-то вообще? Знак осцилляции. Знак осцилляции лежит между эмоциональным склоном к театральности, характером льва и чувствительной интровертной природы рака. Носители этого знака могут быстро менять настроение с одного на другое, так как найти баланс между этими двумя знаками бывает очень сложно, а еще сложнее его поддерживать. Сильные стороны – творческие, страстные, любящие, преданные, дипломатичные, слабости, эгоистичные, непостоянные собственники, излишне эмоциональные. Да уж. Полный бред. Но, конечно, она такая вся и есть. Вообще, есть такая штука. Схемка такая. Какого-то то ли популяризатора науки, что ли. Что эти... Классный начальник. Что... Вот эти все знаки, они по-любому подходят, все эти свойства. Они настолько абстрактны, что они подходят любой личности вообще. А, у меня есть собственные соображения, ребята. Эх, этому свету нужно больше света. Угу. Кстати, ночник действительно крутой. Как звезды какие-то сразу кругом. Интересно, что я смогу отыскать, чтобы сделать ночник и поярче. Вот тебе КВС начался. Мое же суждение вообще-то таково, что нет такого, что абсолютный эгоист, абсолютный трус, или абсолютный храбрец, или абсолютный, наоборот, как-то называется-то так, альтруист. Вот, и так далее. То есть нет такого, чтобы абсолютно он был таким или таким. Это все такие довольно абстрактные понятия. На самом деле человек, он в разных ситуациях по-разному ведет себя. Рэйчел правда увлекается звездами. Возможно, так лучше освещает связь с миром. Да она пиздец, какая особенная! Она и книжки читает. Даже твой Вилли не смог придумать такую трагедию, которую проходит Рэйчел. Сука, это что, хейтеры Шекспира делали, что ли? Вы чё? Полное собрание работ Уильяма Шекспира. Только это. Нет, у него есть еще какие-то книги. А даже он у меня на полочке стоит. Кто не верит, тот вообще конченый. Давайте сотку на Патреон. Вот, вот, вот. Но это не полное собрание сочинений, а я такого не говорил. Это трагедии, потому что комедии, но... Хотя я почитал Венецианского купца, пожалуй. Трагедии-то благородней куда. Хотя хер его знает на самом деле. Цветы от кого-то, надо же. Смотришь на Рэйчел, кажется, будто отличницей проще простого быть. Даже как-то грустно. Изи фризи. Даже грустно видеть все эти старания. Пятница, 10-й год. 07.05.10. Биология, страница 247-259. Лабораторные заметки. Театр, генеральный прогон. Уточнение мизосцен, световой партитуры и т.п. Английский пов-мух 188-244. Американский опыт.
Что? Это, наверное, какая-то политинформация, только американского разлива. Черновой вариант эссе, примерно 3-5 страниц. Латынь. Латынь, еще я изучаю, это ничего. Раздатка со спряжением, словарь, страница 1.18. Довольно странно. Так, вообще-то цветы же нет. Че это за хер? Сохранить? Зачем? Игра глючит, привыкаем. Ладно, я не знаю почему, правда. И, честно говоря, нет желания разбираться из-за одной какой-то засрани про школьниц. Пусть у нее хоть что-то останется от сегодняшнего вечера. Только две не поставь. Так, это что? Смотришь на это? Эй! А я не туда нажимала, я думаю, где там? Я на цветы же нажимал. Трудно представить, что выступление было пару часов назад. С того момента, будто все верно перевернулось. Граффити. Давай. Думаю, Рэйчел не помешает еще один предмет. Но какой? Анатомия, ботаника. Опа-на. Давай, я ботанику выберу. Я бы выбрал ботанику, если бы реально цветочки изучать. Это... Благое дело, с анатомией меня бы вывернуло нахрен. Так что ботаника. Да и тем более она ботаничка, пусть ботанику изучает. That's the one. Пусть будет этот. Гербарий. Че, серьезно, ты написал гербарий? Она возьмет и будет это делать по вымышленному предмету. Ну, не вымышленному, наука-то такая есть, чай. I know something, Miss Arcadia. Я не знаю, что это не знает мисс Аркадия. Я знаю что-то, что не знает мисс Аркадия, странно. А, дорогая мисс Аркадия, так что там с этим пожаром к северу от города? Когда он уже вернется сюда и спепелит нас всех в своих шарких объятиях смерти. Друг спрашивал. Брос Б4 Бронис. Первый Гай Форгет. Первый Кинг Вальц. Нет, Кинг Вальц. А разве пожар начался не на следующий день после концерта Firewalk? North Coaster. Ситуация странная, друзья мои. Источники УПОАП, это какое-то агентство новостей, сообщают... А, управление пожарной обороны, скорее всего, Аркадий Бэй. Сообщают, что никогда... Охраны, скорее, не обороны. Что никогда раньше с таким не сталкивались. Без понятия, откуда он взялся и почему не тухнет так долго. Настоящая загадка. Самое время надеть шапочки с фольги и начать строить теории. Спросите мисс Аркадий. А, это местные СМИ, аск мисс Аркадия. Но вообще-то, разве федеральные власти не должны уж заняться этим? На месте мэра и даже... прокурорского, с жителей города на месте. Я бы уже давно, если бы на жителей города, я бы снял бы с ними какое-то обращение, там, не знаю, в Белый дом или в Конгресс. Если бы я был местной властью, то по-любому в штат, а они пусть давай федеральную тормошат. Как может засранный мухосранск справиться с пожаром на 500 тысяч гектар? А может над городом просто пролетел дракон со спичками? А that fun. Прескотт, ты уверен, на 50%. Леди Иффердетт. Почему только на 50? Прескотт чертовски мутный. Вы и правда готовы вычеркнуть такой вариант? Да им, наверное, просто нужно было сжечь какие-нибудь улики или того хуже. Тела. И это еще не говоря о химикатах, которыми по всему городу наследили. Легко воспламеняющимися, к слову. No for things forever. Бритва Оккама, ребят. Да, блядь, бритва Оккама, это, наверное, к логике они, блядь, к этому относятся. Не к следственным мероприятиям насчет поджогов и пожаров. Просто детишки накурились в лесу. Ну а что до странности? Этот город сам по себе странный. Тоже мне новость. SZ. Nothing forever. Так почему именно манекенщики, Леди Эфердет? Разве мы не на старом индийском кладбище живем? Кинг Вальц. Кинг Вальцу. На кладбище коренных народов. И нет, не живем. Огонь догнали. Гай Форгет. Нет, не догнали. Предыдущая тема. Как поддержать орегоновское движение за легализацию... Чего? За легализацию орегона, что ли? Следующая тема. Увеличение стоимости платы за обучение в Блэквилле. Оно произойдет. Вот так вот, безапелляционно. Будет и все. Открыть ящичек. Рыться в чужих вещах так стрёмно. Я тоже могла получать такие оценки. Я просто не хочу. Углубленный латинский. 5. Олицетворение превосходства. И так все лижут жопу, что охота набить ей ебальник. Вот такой вот новогодний дух. Ладно. Американский опыт. 5. Ну, само собой, политинформация. До невозможности проницательный старатель.
Литература 20 века. Блять. Неутомимые умы дух. Углубленная биология. Тоже углубленная. Что такое-то? 5. Просто звезда, не ученица. Театральное мастерство. 5. Свет Диониса ярко засиял. Физкультура. 5. Безукоризненная посещаемость. Она, наверное, и вышибала-то людей. Убивает мячиком. Так, ну что? Всегда береги себя. Обязательно. Но от кого? Пусть ты всегда будешь в безопасности. Тут есть точнее написано «С любовью, отец». Да уж, ну и жесть. Он... Ящик с аптечкой в детской комнате. Окей. Он повернут на безопасности, что ж. Чего это за трэш-то? Так. Индивидуалист. А есть раздел о том, как помочь четверкам справиться с охерительно долбанутой семейной драмой, нет? Она верит в какие-то гадания. Четвертый тип – индивидуалист. Креативный, чувствительный, независимый, склонный к меланхолии и потаканию своим слабостям. Четвертому типу рекомендуется научиться отпускать чувства из прошлого и сосредоточиться на потенциале, который предлагает будущее. Ну нихера Рэйчел умная, ну нихера она разбирается во всех науках. Наверное, она разбирается в таких науках, как гомеопатия, астрология, энергетика, имен и, не знаю, тесты ВКонтакте и что еще может раскрыть всю сущность всего. Сущим, а? Прошлой ночью нам практически удалось сбежать, а сейчас даже не знаю. Теперь бери фонарь и не гони. Ни хера не работает. Мать. Хлоя, я оставляю дверь открытой на случай, если ты не взяла ключи. Пожалуйста, возвращайся домой. И не важно, что уже комендантский час. Ма, я сейчас не могу. Пожалуйста. Да уж. У них тоже комендантский час. Так, фонарик. Усиль. Ты же хотела. Будешь диоды вытаскивать по одному. Походу, да. Ладно. А, ты вот что хочешь-то. Смотри, идеально подошел, вот тебе раз. Все уж для светового шоу Рэйчел, надо бы привлечь ее внимание. Так, глобус, это ладно. Карта. Металлика, что ли? А, The Tactics какие-то. Бунтис. Опа, что это? Я слышал, что Рэйчел Нэнтон иногда тусят, но в это все равно сложно поверить. Ну вот те фотодоказательства. Карта. Зуб даю, что Рэйчел готова оказаться где угодно, только не здесь. Граффити. Может, я смогу сделать мир чуть менее жутким? Слова Рэйчел, мои слова. Мои слова? Она и так задрала уже. Тогда в поезде я сказала... Что-то там выписываешь. Какие жуткие мозги. Дай мне знать, когда нужен тебе аккомпанемент или чего. Не терпится отсюда свалить. Ассистент или кто-то, компаньон, наверное. Итак, а в следующей серии мы с вами продолжим уже. Пока что хватит. Все, ребятушки, всем всего хорошего, всем пока. С вами был Батька. Подписывайтесь, ставьте лайки, если есть возможность. Поддерживайте на Патреоне в кошельках. Все, всем всего хорошего. Всем пока.